Здравствуйте, Лиза Ильдаровна. Расскажите нам, пожалуйста, о проекте, о том, что здесь вот происходит. Ну, проект называется «Город моими глазами», и это выражает как раз основную его идею. Мы подготовили открытки. Можно я возьму? Мы подготовили открытки для ребят. Но город, который на них изображен, он такой безликий. И глазами наших детей, ну, собственно, и взрослых тоже, которые почему-то стесняются, город должен приобрести свое неповторимое лицо. Ну, так же, как это и в идеале должно происходить в реальности. Я думаю, что немножечко потренировавшись на бумаге, мы сможем начать преобразовывать город к лучшему и в реальности вокруг нас. Это просто мега цель, по-моему. И я смотрю, что вот оно, молодое подрастающее поколение тех, кто будет строить наш город, кто будет преображать его к лучшему.